Максима Меленчук, автор проекта «Риэлтор на миллион» из Таллина. В прошлых видео мы говорили о проекте, который называется «Удвоение прибыли агентства недвижимости». Забыл рассказать об еще одном очень важном элементе, который специально посвящен, эта информация будет специально посвящена руководителям агентства недвижимости. Очень часто компания начинает развиваться, начинает использовать технологии, компания становится успешной, но в какой-то момент из компании уходят ключевые сотрудники, которые берут идею и уводят ее в другую компанию и развивают свой успешный проект. Что делать в этом случае? Естественно, все мероприятия, которые мы будем проводить в рамках проекта «Удвоение прибыли агентства недвижимости», они будут включать в себя технологии, которые не позволят вести ваш бизнес. Я называю эту технологию «неуводимый бизнес». Каждый инструмент, каждая технология должна быть защищена. Она должна быть закреплена за вами, чтобы никто другой не мог взять и успешно внедрить ее в свою компанию. Это мы будем разбирать в рамках проекта «Удвоение прибыли агентства недвижимости». Смотрите следующее видео. С вами был Максим Меленчук, автор проекта «Риэлтор на миллион». Мы сейчас находимся в Таллине. До встречи!